Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня смотрю третью серию моего прекрасного сезона, который называется «Две сестры, две судьбы». И перед началом ролика хочу, чтобы вы подписались на мой канал, поставили лайк и нажали колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию этого прекраснейшего сезона. И не забудьте, пожалуйста, подписаться на мой второй канал, он очень интересный. Если вы про него не слышали, то... Как всегда, ссылка будет внизу под видео. Поэтому подписывайтесь, ребята, пожалуйста, подпишитесь. Пожалуйста. Что? Ну что, Эквестрия, встречай меня, Найтмир Мун. Я снова вернулась. Ах, как приятно быть в своем облике. Нормальном облике настоящей королевы, крушащей все вокруг, и которая властвует всей Эквестрией, а не ее нудная сестра. Зачем мне нужна сестра, если есть я? Ты слышала это? Ты слышала? А, да, Ваше Величество, странный грохот был. Не к добру это. Ладно, думаю, нам надо пошевелиться. Подождите. Так, я знаю. Мне кажется, это где библиотека. Ну, а мы куда идем? А, ну да. Но нет, не обычная библиотека, которая... Ну как, есть библиотека, есть две библиотеки, вы не забыли? Ну, мы идем в городскую библиотеку. А мы должны идти, где Искорка живет. Правильно, мы не туда идем. Ой. Так, теперь я прочитаю одно из могущественных заклинаний и превращу Эквестрию просто в кусок земли. Луна? Нету тут никакой луны. Здесь есть лишь я, Найтмир Мун. Сестра, пожалуйста, не делай это. Я же знаю тебя, ты хорошая, добрая пони. Ты не Найтмир Мун, который все рушит и разрушает. Ты ошиблась, деточка. Ха! Странно, это же я, Селестия. Мы же с тобой сестры. Ты мне родная. Увы, уже нет. Ту луну, которую ты знаешь, осталась в прошлом. Я Найтмир Мун. Есть разница. Ты есть моя сестра, ты являешься ей. Ты не должна так со мной поступать. Ха-ха-ха. Может быть, Луна и ничего не должна делать против сестры. А Найтмир Мун — это ее полная противоположность. Она может делать все, что хочет. И нарушать даже это правило. Ваше Величество, а! Лежите, лежите, отдыхайте. А мне пора пройти к Эквестрии. Ты только посмотри, Спайк, как все идеально. Фуф, я справилась. О. Да, все просто идеально. Спайк, не ешь эту еду, это для гостей. А я кто? По-твоему, я не гость? Ну, ты гость, но... О. Спайк, ну давай подождем до начала бала, чтобы все собрались, чтобы все было хорошо. Ну ладно. Ну вот, потихоньку и гости подходят. Да, в этом году больше народу, чем обычно. О, надеюсь, я со всем этим справлюсь. Ладно, Искорка, не волнуйся, сейчас, уже скоро полетит принцесса Селестия.
Все будет хорошо, не волнуйся. Не волнуйся. Искорка, у тебя там все хорошо? Искорка, не волнуйся, все будет хорошо. О, Пинки, спасибо за помощь, но я полностью в порядке. Надеюсь, что это так. Да, точно, точно. Так, думаю, что я пока что пойду спущусь вниз. Что это? Кто-то упал? Все. Ай! Я упала. Все хорошо, да? У всех все отлично? Да, вроде все хорошо. Да что такое? Что там происходит, Пинки? Сходишь, посмотришь? А, да через окно можно посмотреть. А, блин, да, точно. Здрасте! Как пройти в эту дверь? Нынче двери стали очень странные. К вашему сведению, двери со 6 этажем ниже. Ай! О, спасибо. Ой, как интересно. Ой, это так интересно, расскажу. Эти растения, они такие удивительные. А? Что это? Откройте! Откройте мне дверь! А, кто это такие? Я вас защищу, все за мной. Все за мной. Как это открывается? Принцесса Луна? Нет, я Найтмер Мун. И мне все равно, когда открывается, я это выломаю. Нет, быстрее, все делаем какую-нибудь, не знаю, поле защитное. Да что ж вы за пони такие невоспитанные. Не даете пройти самой же принцессе. Найтмер Мун, все защищаемся как можем. Как можем? Почти плачется. Радите, мне кажется, это не поможет. Конечно же нет, глупенькие. Ай! И вам тоже всем. Ай! Так, а ты что за единорог? Вообще-то я... Что? Но ведь аликорнов только 3. Откуда взялся 4-й? Пока тебя не было целых несколько... Я даже не знаю, сколько лун. Все изменилось. Нет, Найтмер Мун не могла этого пропустить. Она всегда была частью Луны. Нет, Луна не такая. Луна добрая и хорошая пони. А кто ты? Я Найтмер Мун. Я Луна. Ни за что и никогда ты не будешь Луной. Проверим. Проверим. Ай! Что я требовала доказать? С детства я мечтал сесть на этот трон. Сейчас он для меня маленький. Но тогда... Он был для меня большущим. Что ж, Эквестрик, приветствую свою новую королеву. Найтмер Мун стала еще сильнее. С нашей последней. Мои лапы. Ой, копыта мои. Встречи. Не может быть. Почему Луна это сделала? Так. Вот это заклинание. Ну почему она это сделала? Я все же была не такой уж ты плохой сестрой. Да, возможно, я очень сильно ее заставляла работать. Ой, не до такой степени.
должно же быть здесь это заклинание, которое вернет все назад. Стоп, вот, я нашла какую-то надпись. Что это за надпись? Что? О, заклинание можно, его можно снять. Так. Ох, ну почему всегда такие сложные способы? Надо показать ей, что она это она, но мне кажется, что теперь я вообще не знаю мою сестренку. Что же мне делать? Ребята, не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк, нажать на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет следующая серия этого прекраснейшего сезона. И не забудьте подписываться на мой второй канал. Ссылка будет внизу под видео. Обязательно подпишитесь на мой канал. И всем пока, ребята. Всем пока. Пока. Пока.